Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня новенький Far Cry 6. Сегодняшняя серия тебе очень понравится, потому как ты меня уже очень давно просишь записать хоть какую-нибудь миссию по стелсу. И сегодня мы запишем пару миссий Far Cry 6 по стелсу. Когда я предложил эту идею другу, он мне сначала не поверил, потому что знает, какую дичь я люблю творить. Смотри, что получится, мы будем начинать, не забывая про подписки на канал, погнали! Играй на абсолютно новой консоли Xbox 7 октября. Ого, пацанов освободим в форте. Смотри, видишь форт? Разворачивай. Поехали, освободим пацанов наших. Ну, у меня все по стелсу должно быть. Давай, по стелсу же освободим. Да, ты не освободишь по стелсу. Ну, поехали, освободим их. Ну, ты не освободишь по стелсу. Ну, брат, что это за жесть? Чувак. Зачем он? Я помогу тебе их освободить, честное слово. Там в форте сидят люди, им плохо, надо их освободить. Давай, вот сейчас реально возьмем и пройдем по стелсу. Ну, ты уже сам стреляешь. Ползу. Заполз. По маяку лазим так беспалевно, прям вообще капец. Не, ну нас же не видно, мы с тыльной стороны. Ну, в принципе, нас, меня видно очень сильно даже. Сигналку нужно вырубить, Антон. Ушатай ее. Подмоги не ждите. Опа. Минус сигналка. Антон, подо мной чувак, убери его. Ой, ты что смотришь? Еще один Антон. Прямо по курсу. Убери его. Огонь. Красава. Лучший. Я за ноутом пошел. Короче, этот ноут покажет, типа, все сигнализации, все растяжки и тому подобное. Сейчас. Смотри, никого нет передо мной? Вроде нет. Нифига у нас коп-миссия на маяке. Давай. Они фламинго мучили здесь! Ну, я на вышке. В поле видимости я вроде зачистил, но... Блядь, не зачистил. Я задедосил его. Давай. Опа, все, сигналку выруби. И камеру убери. У меня такой символический глушитель здесь, честно говоря, не самый лучший. Да нормально, он там 3 выстрела выдерживает. Так, ты всех убрал? Опа, вижу. У меня 2 чувака там внизу. О, хорош, он прямо у меня тут на пути был. Сверху чувака убери, красава. О, пацаны, здравствуйте. Выходите. Видишь кого-то? Я выпустил одного. Убери его. Блять, промазал. Давай. Убил. Все. Красавчик, все. Он такой подбежал к сигналке, она не работает, блять. Он такой, бля. Видишь, мы по стелсу выполнили, а ты боялся. Поехали еще форты захватывать. Го. Если тебе нравится по стелсу, то... О, крокодил! Что это за хрень? Скорее, едь туда! Ебан, он огромный! Ебать, он больше, чем гуапа! Вообще гуапа, просто ребенок! А, его убили. Стой, я хочу посмотреть. Да. Можешь съехать с него, пожалуйста? Вот это дура просто! Жесть, он огромный! Так, постоянно захватываем базу, да? Угу. Окей. Лосания, ранг 7. Мы почти приехали, танк будет наш. Сейчас я пойду данные возьму все, жди здесь. Давай вместе пойдем, я просто не буду брать. Эй, а давай кто первый? Конечно, ты на лестницу уже побежал, давай кто первый. Ладно, клево придумал. Я твои пятки перенюхать вынужден из-за этого. Где ноутбук? Вот он ноутбук. Давай, покажи нам, где что здесь находится. Дождь еще клевый. А, всего 2 сигналки, 1 камера и танк. Нет. 3 сига. О, еще появилось что-то. Это танковая дивизия. О! Опа! Иди сюда. Ебальцо получится. Подожди пока. Лейтенант. Что еще здесь есть? Ой, давай, блядь. Всех подсвечиваю. Я иду туда, ты прикрывай меня со снайперкой. Есть проблема. Там еще второй рупор. Я не вижу. Они к нам бегут, Антон. Бля, нас тут нету, сука. Они все к нам прибежали. Спрячься, блядь. Они что, подниматься будут? Подожди, давай проверим. Они сейчас все убегут с базы, а мы проникнем туда, Антон. О, точняк! Гениально же, это самый танк. Лучший стелс. Иди. Муха-муха! Убил. Красавчик, прикрывай меня. Антон, там снайпер на вышке, смотри. На воднопорке. Убери его. Где? Не вижу. На синей воднопорке. Вижу. Это не достану, наверное. Сейчас уберу. Меня кто-то палит. Все, красава, спасибо. Я танк нашел. Нормальный, четкий танк.
А ты сигнализацию просто вырубаешь вышку и все? Да, 4 убил. Нет, нам тут ни к чему. Напарник отключил. Но я именно просто Е нажимаю и все, типа, я отрубаю. Угу. Сюда можно пройти? А вообще я стараюсь заходить. Антон, я вентиляцию залез какую-то. Нифига себе. Так, слышь, а где еще враг? Стоп, я понять не могу. А, вот все вентиляции. Давай посмотрим, что будет. Я сажусь. Стоп, а почему у нас не захватилось? Подожди, я понять. Потому что человек остался один. А, вон он, придурок, блядь. Всех убили, этот остался. Ну ты дурак, что ли? Сейчас, подожди, я его убью. Тух, пока. Завалил его? Последним лохом. Вдвоем в джунглях? Хуярим. По факту. Хуярим Кастилю Антона. Захвачено. Вот это гараж. Ага. Охренительный гараж. Так, тормози. Все, супер. О, пошли. Новый танк есть у нас. Готов? Да, сейчас танка нажму. Выйду. Не, сиди там. Не, посмотрим, что будет, потом сяду. Давай. Сначала по легкой программе. И закрывайся. Защита от дебила, блядь. Серьезно? Надо походу, пока он. Давай, подожди, ты нажмешь заехать. Кнопку, я выйду и потом заеду. Давай, нажалось. Готов? 3, 2, 1, нажимаю. О! Да! Да! Заело! Снизился! Давай еще раз открывай. А ну подожди, интересно, дуло поднимется? Или оно без коллизии? Блин, давай еще раз. Нажимаю. Подожди, давай. Раз, два, три. Я нажал. Что такой резкий? Еман, Еман, Еман! Подожди. Я вверх ногами? Танк поврежден. Ебать, хорошо мы его сохранили. И чё, мы перевернули танк? Нормально, так и надо. Гидроудар нафиг случился. Не-не, там когда движок не глушишь, типа, понял, масляное голодание. Когда приедем уже, Антон? Мы скоро приедем. Мы скоро приедем. Мы приехали? Мы уже приехали? А скоро? Когда мы приедем? Скоро приедем. Долго еще ехать? Долго. Когда приедем? Скоро. Но эта база очень сложная, типа, чел, там враги тебя на основной пульке уебут. Ну так давай не будем попадаться им на глаза и все. Там прикол, что я даже и в голову, наверное, ни с первого раза не убью. Приехали. Без оружия выходи. Конечно, ты тебе говорил вообще-то. Выходи оттуда. Мери-мери-мери-мери-мери-мери-бе. Мери-мери-мери-мери-мери-мери-бе. Смотри, вон ноутбук, пошли. А что, снаряды? А, тут раскопки, пушки старые. Смотри. Давай, ноутбук нужен нам. Такие без палева по стене по кошке ползем. Вот это мы, конечно, стелс-мастера. Ну ладно. Сюда, сюда. Давай, юзай ноутбук. Взломал. И... Растяжка? Да. Так, стоп-камера. Чё, они очень сильные. Их много причем. На крышах, смотри, есть снайпера какие-нибудь? Вон один. Но я его, типа, если я его убью, ты понимаешь, его сразу засекут, что его убили. Ты что там бабуинишь так жестко? Меня не видно, меня не видно, меня не видно. Да ладно, не видно, тебя как минимум очень сильно видно. Меня не видно. А я чувака сзади смогу вырубить мачете, убить его? Блять. Какой не ты дубина. Я тебя не буду поднимать. Лежи, сдохни там. А ты как-то по-другому это все представляешь? Ну, блин, сейчас проберусь, аккуратно вырублю эту сигналку. Не надо вырубать. Надо вырубать вместе сразу. Они спалят, если ты одну вырубишь. Ага. Ну, тогда сейчас вздыхай, я респаунся и занимай место. Сюда, сюда, спасите тебя. Офигеть, на вражеской базе орешь, лежишь. Мастер стелса. Тихо, не топай. Ты гонишь, что ты топаешь тут? А что здесь вообще появился? А нахрена ты спустился вниз? Я к сирене готовлюсь. Ты испортил мне всю контору просто, Антон. Они ко мне идут теперь. Ну иди обратно. Он к тебе полез наверх на крышу, Антон. Я уже ушел оттуда. Убей его на крыше, кстати, это хорошо. Я его не убью. Да ты ушлепок, Антон, он там кросс-нацию дает нафиг. Нормально, не спускайся, блядь. Ха! Вали вниз, ушлепина. Ну ты, конечно, руина. Я тебе серьезно говорю, ты пробежал, ты загрел ее. Она теперь ходит и интересуется здесь всем, буквально.
нормально. Пусть валит оттуда. Обратно наверх полезла. У нее что, тренировка, что ли? День ног там, я не сейчас понимаю, я что убью. Происходит. Сейчас я убью. Сверху. Разбери ее нафиг, я чувака внизу уберу возле фонтана руками. И третий пришел. Я подсветил всех. Я кнопку перепутал. Идиотина, блядь. Я перепутал, я хотел телефон убрать. Блядь, еще одна сигналка сверху, нам пизда. А, тебе уже пизда. Да, я сейчас переспавнюсь. Человек руина. Я хотел телефон убрать, понимаешь? X и V, в принципе, рядом. У меня палец большой слишком. Все пальцы большие. К тебе пошел, чувак ползет тебе, Антон. Сейчас будет все четко. Да ты руина, пиздец. Давай, возьму ноут. Хотя нам обоим двум туда идти. А не, бери ноут. Слышь, я пойду сразу вырублю одну сигналку. Пошел, наверх, давай. Работает спецназ нафиг. Максимум стелса, главное кнопки больше не перепутать. Взломал. Что касательно людей? Все серьезно. Все серьезно. Кто-то еще есть здесь? Так, еще одна сигналка наверху. Сейчас я вижу ее. Я могу к ней добраться. Я иду к ней. Сейчас уберу ее. И одна внизу в начале. Паркур просто по крышам. Ты спалишься, а я не спалюсь. Ага, в прошлый раз кто спалился, и позапрошлый кто спалился. Привет, Антон, я тебя вижу. Я вырубаю ее. Блёха-муха! Что так стреляет-то сильно? Это я ее вырубил. Кто стоять? Я там был внизу, я там вырубил сигналку. Гость, гость, а, справа! Блядь! Опа, прекрасно, смотри. Убрал его? Давай. На, нафиг, давай так же работаем дальше. И нажми парашют. Я тут тайник нашел. Да срать да тайник, выруби сигналку. Сейчас. Ой, пиздец. Ты готов? Вырубил сигналку. Все, супер. Теперь можно, в принципе... Блядь, у меня летит! Опа-на, лейтенант. Он иди задом сюда. Тебе идет. Ебать, моя курочка, привет. Ой, успел, красавчик. Ямана тут по два, я отмечу их. По двое ходят. Нормально, агрик на себя, я буду со спины убирать. Да ты пошел. Да ты полез, козлиха. Убил. Красава, я за ним следовал просто. Блядь, женщина пошла в пиздак, убил. Один остался снайпер и все. Да, жили чей-то, убери. Смотри. Бам. Бам. Все. Чисто выставили идеально. По стелсу. И это, кстати, на самой максимальной сложности у меня сессия. А, я понял, что за фигня. Там нужен ключ от колокольни, там куча всяких вкусных штук лежит. А, так я взял уже ключ, ты можешь сейчас открыть. Сейчас откроем. Пойдем на колокольню. Правильно. Давай, идем. Там вообще просто жир. Столько всего много. Смотри. Открываем. Блин, я чуть в дыру не упал. Давай. Во! А, так поклониться идолу. А. Что тут было? Что за ствол? Оружие. О! Нажми на красную кнопку подписаться и сделай ее серой. Тогда ты не пропустишь ни одного угарного видео. До скорых встреч!